Снова привет, друзья! С вами Павел Лохнин опять, и, как и обещал, я вам расскажу, что делать, если вы барабанщик, не умеете ни на чем играть. Это меня, правда, не касается, но имею в виду, кроме барабанов, ни на чем не умеете играть. Вот, и вы хотите записать, например, свой личный альбом, у вас есть амбиции. То есть выразить какую-то свою творческую потребность, удовлетворить ее, вот, через барабаны, на которых вы умеете играть. И если у вас есть электронный барабан, вообще отлично, вот, собственно, как сейчас и будет. И если у вас есть хан-пан, потому что эти два инструмента великолепно друг с другом сочетаются. Более того, вы еще очень круто сыграете, потому что человек, который играет в записанные самим собой же инструменты, отлично в сам себя попадает и офигенно грувит. Так, я сейчас возьму и запишу на этом хан-пане какую-нибудь простую фразу, которую потом сразу же перегоню себе в ноут и сверху на нее запишу что-нибудь на электронных барабанах, посмотрим, что получится. Вот, буквально-таки просто импровизация, создание... прямо здесь и сейчас. Не, давай без темпа. Пока без темпа. Все, он там что-то пишет. И здесь у меня что-то пишется. В общем, давайте попробуем что-нибудь придумать. Сначала у нас будет вступление, потом какой-нибудь куплет, припев, проигрыш, вступление. Ну ладно, может даже что-нибудь попроще. Давайте пока без этого. Итого. Блин, что-то довольно сложная вышла композиция по итогу. Ну ладно, давайте я вот прямо сейчас под нее поиграю. Она уже записана на микрофон ноутбука, всего лишь на микрофон ноутбука. А я сейчас возьму, подключу барабаны, уберу ханг, подключу барабаны, выберу какой-нибудь звук и вам сыграю. Как-то так. В конце я там что-то не расслышал, надо было сделать минус погромче, но да не важно. В общем, получается довольно любопытно и просто. То есть все, что я сделал, это просто сейчас наиграл и сыграл сверху. Вот, очень легко, очень просто, очень-очень весело, на самом деле увлекательно и залипательно. Этот инструмент замечательный от компании Chill Radar Hanpan. Можно приобрести через меня, и хорошим людям будет скидка. Так что обращайтесь ко мне, если хотите скидку на такой инструмент. Он дорогой, но у состоятельных ребят, которые могут позволить себе такие развлечения, явно найдутся деньги, чтобы взять такую штуку себе домой. Или купить на целую группу музыкантов. Кто знает, штука крайне крутая и полезная. Ладно, с вами был Павел Лохнин, и в следующем видео я вам покажу, как можно играть не просто барабаны плюс один ханг, а придумывать на нем еще дополнительные партии типа басовых и прочих. Увидимся в следующем видео.